Всем привет! Здесь у нас сейчас будет незапланированная распаковка. Были мы, получается, в маяке. В общем, понабрали вот семечек джинг, потому что у нас они закончились, соленые. Начала вам снимать. В общем, у меня телефон выпал. Также взяла вот такой вот кисель. Получается, так, ищу семечки, так, еще мюсли закончилось, взяла вот такой вот полезный завтрак, он, получается, идет запеченным, мюсли запеченный с абрикосом и черносливом, вот такую вот взяла в первый раз, хлебцы, также взяла я ассорти рыбное, но это мойва. Я уже не первый раз беру. Очень вкусное. Сейчас запекаю, в общем, картошку и голени в духовке. Так, еще кисель вот такой вот с клюквой. Очень удобно. Открыл, в стакан высыпал и просто залил кипятком. Так, Леша еще, в общем, два огурца положил. Наконец-то я взяла уксус, а то, в общем, последний у меня, вот я его использовала на яйца красили, в общем, на пасту. Так, также там еще яблочки взял, взвешу. Так, и получается вот вишневый, вкусный он. Так, бутылочку молока. У нас и кот пьет, и мы пьем, и кашки варим. Еще я была в магазине Марафет. Взяла вот такой вот тоник. Получается, здесь 350 миллилитров. Всего лишь он стоил 89 рублей. Это корейская марка, я так поняла. В общем, продавец мне сказала, говорит, новинка. В общем, сейчас им попользовалась. Быстро он впитался. Нету такого липкого слоя. И пахнет, знаете, вином. Виноградом пахнет. И также взяла еще там мыло. Вот такое вот по 39 рублей. Оно очень вкусно пахнет. Это океанская свежесть, один кусочек. И один у нас идет свежая мята. Ну, через упаковку так приятно пахнет и цена хорошая. Вот такие вот были покупки. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И скоро будет эфир.